Всем привет! Продолжаем рассматривать картины Джованни Баттиста Тьеппола «Кориолан под стенами Рима. Холст масла». Римский патриций Гай Марций в начале V века до нашей эры взял город Ольстов, Кориолы, за что получил прозвище Кориолан. Легенда из истории Древнего Рима. В Риме, выступив против ненавистных ему плебеев, Кориолан вызвал гнев народа. Был предан суду, но бежал и перешел на сторону своих бывших врагов. Вольски под предводительством Кориолана осадили Рим и стали опустошать его окрестности. Посольство, направленное сенатом Кориолана с просьбой снять осаду, потерпело неудачу, и тогда знатные римлянки, среди которых была мать и жена полководца, пришли в неприятельский лагерь. Потрясенный словами матери, укоревший его за то, что он навлек позор на своих близких и смягченных мольбами жены и детей, Кориолан увел войско из-под стен Рима. В картине Тьеппола изображен Кориолан, протягивающий руку к матери, который решительным жестом отстраняет изменника. На встрече к Кориолану бросает свой старший сын, рядом с ним видна фигура младшего сына. Ну вот так о работе Джованни Баттиста Тьеппола «Кориолан под стенами Рима» по книге Буслович «Люди, герои, боги». Пока-пока, до свидания, всего хорошего.